сорт перца скотч-бонет. Это интересный высокоурожайный сорт. Смотрите, сколько на нем плодов висит. Вот такие интересные у него плоды. Плоды могут быть у него как приплюснутой формы, так и вытянутой. Видите, вот два рядышком. Один приплюснутый, второй вытянутый. Вот еще один приплюснутый, этот вытянутый. Вот такой вот интересный сорт. Острота у него от 100 тысяч до 350. Высота куста может достигать от 50 до 70 сантиметров. Вот у меня сейчас где-то сантиметров, он, наверное, 50 и будет. У него интересный фруктовый вкус. Срок созревания у него 110 дней. Такой сорт можно выращивать как на балконе. Ведерко для него придется брать где-то литров 10. Так 6-литровый уже не подойдет. Высота будет сантиметров 60. Довольно высокоурожайный. Вот смотрите, тут плодов очень-очень много. Если посмотреть на каждой практически ветке. Вот так, если посмотреть сверху. Вот, каждая веточка, видите, здесь очень-очень много плодов. Он довольно объемный. Куст будет шириной где-то сантиметров, наверное, 60. 60 в ширину он будет. И, ну, где-то 60, может, на 60. 60 на 70, 50 на 50. Такой довольно объемный куст. Вот это у него развилочка. И с развилки уже пошли вот веточки, мы видим, довольно-таки приличной длины. Вот такие вот интересные плоды у него. Плоды у него вот такой вот цилиндрической формы. Вот сейчас мы оторвем их. Вот так. Вот, смотрите, какие крупные плоды. Вот одни могут быть приплюснутые, вот такие вот. Это форма скотч-бонета. Могут быть продолговатые. Он довольно плотный. Видите, какой он аж блестит весь. Очень интересный и вкусный сорт. Вот такой фруктовый аромат. Вкус хабанера. И с фруктовой ноткой. Очень вкусный, толстостенный. Его можно выращивать как в теплицах, можно выращивать и в открытом грунте. Вот у меня в открытом грунте он очень хорошо себя чувствует. Сегодня у нас, сейчас скажу, 7 сентября. И вот он у меня уже полностью кусты до половины созрели. И еще осталось недельки две, и он полностью весь вызреет. Так что очень интересный сорт. Сажайте обязательно у себя, и он вам обязательно понравится. Всем удачи и больших урожаев!